А что делаем? Вас тут спрашивают. Всех вас. Что, химию с водой разводим? Это ведь речка. Вообще-то вода водная. Так а вы что берете с водой? А зачем вы за водой-то закачиваете в химию? Речку никто химию не закачивает. А что за баллоны тут стоят? У вас ведь вода должна отдельно быть, вы с речки не должны закачивать. А вон канистры. Вы с речки не должны закачивать воду, вы должны отдельно иметь водоснабжение для полива. Калинин, да, начальник? К вам-то нет. Калинину. Тем более сжигаете. А кто вам, Калинин, да, разрешил, сказал про это дело? Так делать. Ну, воду с речки качать для полива, разводить сельхозудобрениями. А кто еще у нас? Все понятно? Правильно. Вопросов нет. Никаких, абсолютно никаких. К людям-то никаких. Канистры сжигают, Пума, сельхозудобрение. Давайте сейчас вызовем, пускай приезжают. А не, вы так на словах скажите, кто был, так что это. Так а что, зачем вызывать? Что? Человек зеленый, у него корочки. Это зеленый. Я что вам сделал? Нет, а нет, к вам претензий нет. Еще раз засниму и все. Ты такой же работяга, как и я. Речка старится. Попадает в Чулым.